У Гомелі вызначылі лепшых у чэмпіянаце па валейболе сярод сілавых і праваахоўных ведамстваў. Спаборніцтвы праводзіць спартыўнае таварыства «Дынама». Сёлета за перамогу змагаліся 14 каманд з усяго рэгіёна. У барацьбе за трэцяе месца каманда абласнога ўправлення дэпартамента аховы ў дзвюх партыях перамагла валейбольную дружыну філіяла Універсітэта грамадзянскай абароны МНС. У фінале зборная абласнога ўправлення МНС у дзвюх сустрэчах абыграла валейбалістаў з каманды управления внутренних справ и у 15-й раз перемогла у динамовском чемпионате. Данный чемпионат здесь обусловлен тем, что Гомельское областное управление МЧС уже в течение 15 лет занимает первое место. Ну и, соответственно, пытается команда оспорить их первенство. Сотрудники, которые себя проявили, естественно, входят в основные сборные своих команд республиканских. Ну, эта команда уже не первый год, как бы уже знают, кто как. Тренируемся. Свободно от работы время. Так и получается команда.